Цьогорічний фестиваль ознаменований безпрецедентною подією, адже у Вінницю і у Браїлів, у маєток своєї знаменитої родички, завітали прямі нащадки баронеси фон Мек, які приїхали сюди, подолавши величезний шлях із Голландії. Зовсім скоро на цій сцені ми з вами познайомимося із ними особисто і ще трішки потягнемо інтригу, а поки що я коротко розповім про сьогоднішній проект. Надя Вілемс – відома фотохудожниця. Вона отримала своє ім'я не випадково. Її пра-пра-пра-бабусею була Надія фон Мек, легендарна покровителька і друг Чайковського, із якою композитор вів активну переписку протягом 14 років. Результатом багаторічного інтересу художниці до історії роду та до історії часу, у якому жила Надія фон Мек, стало створення колекції із 12 жіночих портретів, які ви, власне, бачили у верхньому фойє. До Вінниці Надя приїхала зі своїми однодумцями-музикантами, і сьогодні гості пропонують театралізований концерт «Надія і пікові дами Чайковського», у якому продовжено ось цю портретну лінію, лінію образів реальних і вигаданих героїнь Чайковського. Мне здесь с каждым днем тошнее и тошнее. И снова дом был на купле, на снят большой двухэтажный дом, стоявший на этот раз не в парке, не среди дач, а на окраине Клина. Вокруг были огороды и пустыри. Зимой сквозь горе деревья сквозила плоская деревенская даль. Внизу жил Алексей с семейством, наверху Петр Ильич. С детства любимый Людовик XVII висел на стене среди других гравюр и фотографий. Фотографии он любил, и по тогдашнему обычаю развешивал их тесно одну подле другой. И Надежда Филаретовна была здесь, высокой, неуклюжей своей прической, и все друзья. Мертвые живые. На столе лежал теперь Спиноза с карандашными пометками, а на фортепиано любимые партитуры Моцарта. Помнить о вас только, пока я пользовался вашими деньгами. Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что вы для меня сделали, и сколько я вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что вы спасли меня, и что я, наверное, сошел бы с ума и погиб бы, если бы вы не пришли ко мне на помощь. И не поддержали вашей дружбы, участием и материальной помощью, совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути. Писал 22 сентября 1890 года Петр Ильич Чайковский Надежде Филаретовне фон Мек. Переписка длиной почти в 14 лет закончилась так же внезапно,
как и началась в декабре 76 года, когда Петр Ильич получил заказ на несколько фортепианных переложений. За этот заказ была прислана щедрая плата, а имя таинственного заказчика было Надежда Филаретовна фон Мек. Вдова богача, железнодорожного строителя, владелица домов в Москве, поместья в Западном крае, приморских вилл за границей, мать 11 детей и уже бабушка. С тех пор она щедро финансировала его. 6000 рублей ежегодно. Чайковскому не надо было больше ходить на службу в консерваторию, и он мог свободно и спокойно сочинять музыку. Над ним внезапно раскрылось теплое, большое, почти материнское крыло. Сквозь Чайковского, которого Надежда Филаретовна не знала и знать, казалось, не стремилась, она обращалась к его музыке. Теперь был на свете человек, которого все, что Чайковский до сих пор написал, приводило в трепет восхищения, и который с нетерпением ждал от композитора новых шедевров. С первых же писем она дала понять, что не ждет встреч с ним. Это может привести к пересудам. Нет, ей нужно немногое. Лишь знать, что тот, кто дарит ей такой восторг и наслаждение, жив, здоров, и что душа его покойна. Живется легче и приятнее. Примите мое истинное уважение и самую искреннюю преданность. Надежда фон Мек. Ну, конечно.
Это любимый роман с Надеждой Филаретовной. Он всегда стоял на ее рояле, а ее старшая дочь Юлия часто его пела под аккомпанемент матери. Мой милый, обожаемый друг, пишу вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу. 2 дня назад я получила 4-ручное переложение нашей симфонии. И вот что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно, и сладко. Ищу пожилую женщину, не протяну я на пылкую страсть. Пусть, наконец, это свершится. Так надо, так делают все. Но что ж, если немного нарушится эта рабочая тишина квартиры, где я громко пою, где блохастая бегая вишка, где ночью не спится. Иногда мороз по коже дерет при одной мысли о прекрасной незнакомке с ее шпилками, корсетами и, наверное, громким голосом и любовью визжать в свет. Ничего. Образуется. Так писал Чайковский своему другу Кашкину в мае 1877 года. Совершенно неожиданно он получает в этом же месяце любовное письмо от незнакомой женщины. Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить вас. То, что мне понравилось вас, я более не найду ни в ком. Да, одним словом, я не хочу смотреть ни одного мужчину после вас. Нет такого недостатка, который бы заставил меня разлюбить вас. Это ведь не минутное увлечение, а чувство, развившиеся в продолжении очень долгого времени.
и уничтожить его теперь я положительно не в силах. Да и не хочу. Так дайте же мне посмотреть на вас и поцеловать вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй. Но постойте, ведь это так напоминает что-то. Ах да, Пушкин. Недавно в гостиной певицы Лавровской хозяйка подсказала композитору сюжет для новой оперы. Евгений Онегин. Чайковский как раз недавно перечитывал роман в стихах. Как же напоминает это недавно полученное письмо, письмо Татьяны. Твоей защиты умоляю. Антонина Ивановна Милюкова, девушка скромная, порядочная, бедная, тоже умоляла его о защите. Это судьба. Чайковский переписывал роман, и в его воображении возникали первые смутные очертания оперы. Thank you.
На все сразу и обещал посетить ее. Во время посещения выяснилось, что Антонина Ивановна, хоть и обучалась в консерватории, была музыкантшей, но не знала ни одного произведения Чайковского. О любви разговора не было. И после двухдневного ожидания Антонина Ивановна пишет Чайковскому свое самое страстное и деловое письмо. Если вы были у меня одинокой девушкой, то тем самым связали наши судьбы. Или вы сделаете меня законной женой, или я покончу счеты жизнью. Чайковский честно говорил ей, что не любит ее и никогда не полюбит. Но Антонину Ивановну это устраивало. И 6 июля состоялась роковая свадьба. Когда вагон тронулся, я готов был закричать, одушивший мне рыдание. Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски. Писал Чайковский брату о поездке с женой к отцу в Петербург. Жизнь с этой женщиной сразу стала для него невыносимой. Он бежит летом в семью своей любимой сестры Саши в Каменку. Но, возвратившись в сентябре обратно в Москву, к Милюковой, понимает, что совершил безумный шаг. Он не мог писать. Он лежал или сидел в галлюцинациях, бился головой о косяк двери и рыдал. Внезапно возникает план. Нет, не топиться, а только войти в ледяную воду по грудь, чтобы смертельно заболеть. И тогда никто не заподозрит его в том, что он самоубийца. Этот страшный план был осуществлен. Постепенно Чайковский начинает приходить в себя. Он пишет Надежде Филаретовне, что поглощен работой над новой 4-й симфонией. А на титульном листе он пишет свои знаменитые слова: «Посвящается моему лучшему другу, чтобы сохранить имя Надежды Филаретовны в тайне». Работа над Евгением Онегиным почти закончена. По возвращении домой он обещал Надежде Филаретовне посетить ее семейное Браилова. Разумеется, в ее отсутствие. Там он провел 2 недели в работе, в прогулках, и в благодарность пишет свое знаменитое воспоминание о любимом месте, цикл из 3 произведений для скрипки и фортепиано. Но, возвратившись затем обратно домой, к Милюковой, все начинается заново. Нервные припадки, страхи и тоска.
чувствовать.